В Твери спецкомиссия провела приемку первых объектов, отремонтированных в этом году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Участки улично-дорожной сети на двух улицах приняты в эксплуатацию. В настоящее время работы продолжаются на бульваре Профсоюзов, улице Лермонтова, улице Освобождения и Рябеевском шоссе. На данный момент в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» были приняты два объекта. Это улица Хромова, почетная и нечетная стороне, и улица Орджоникидзе, включая площадь Гагарина до набережной реки Лазури. И была нанесена на данный момент уже разметка.